бухгалтеру, Зине Сергеевне. Мы с ней отдельно поговорим, она член комитета. Мы с ней определимся. Недоверие я с ней сниму. Нам нужно работать вместе, деньги считать вместе, расходовать вместе. Учет материальных средств у нее будет. Я писал, что новому председателю комитета я это все передам. Никаких присвоений не будет. Все. Таким образом, я свое заявление от 27 февраля отзываю. Я прошу нашу конференцию подтвердить мои полномочия как председателя комитета, избранного 5 февраля. Кто за то, чтобы подтвердить полномочия председателя комитета Дмитрова? Прошу голосовать. Прошу опустить. Кто против? Раз, два, три, четыре, пять, шесть.